Здравствуйте всем. Ну что, дорогие друзья, вот мы добрались до 50 симуляторов. Я решил показать вам, откуда, какие фирмы их выпускали. Вот самая ведущая немецкая фирма производства симуляторов — это Astragon Software. Вот ее все симуляторы представлены на официальной странице. Теперь они все у меня осмотрены, все есть, которые можно было, как бы сказать, достать, которые у меня запустились. Которые не запустились, их тоже можно запустить, но нужно субсистему чуть ли не убить там, чтобы запустить один симулятор, судя по информации. Поэтому смог все приобрести и запустить, которые запустились, подчеркиваю. Вот с их официальной страницы симуляторов. Да, Astragon — одна из трех фирм, я скажу. Вторая фирма — это у нас будет Week Entertainment, у меня будет топ-2. У нее тоже очень хорошие симуляторы на официальной страничке, можете посмотреть. И топ-3 у меня занимает фирма Rondo Media. Вот ее симуляторы тоже есть все на официальной страничке. На ее официальной страничке можете все посмотреть. Я уже посмотрел почти все. Сейчас там докачиваю. Ой, блин, спалился. Приобретаю. А, да может, я платно. Платно докачиваю последние симуляторы от этой фирмы. И посмотрим их. Вау, вот это The Hunter 2013. Это супер-пупер симулятор охоты. Но мне больше понравился вот этот вот. Remington Jet Action Alaska. Ну, то есть симулятор охоты в Аляске. Там, знаете, какая красота, судя по роликам. Давайте покажем вот хотя бы по скриншотам. Смотрите, какая красота. Я сейчас это увеличу. Смотрите, видите? То есть симулятор охоты в Аляске. Смотрите, какая красота. Я обязательно достану, но он вот только шел в этом году, вот в этом месяце. Поэтому его еще трудно достать, его еще почти нигде нету. Так же, как и симулятор охоты 2013. Но обязательно, как только появится, опять в сети в свободном доступе, то и у нас появится. А, нет, не в свободном доступе. Можно, кстати, и купить в этом магазинах, интернет-магазинах. В общем, я слежу за всеми горячими новинками и сразу о них оповещаю вам. Всем ладно, всем пока, с вами был Игорь. Это был обзор трех ведущих немецких фирм, выпускающих симуляторы. Самый главный плюс симуляторов — они весят все от 100, даже иногда меньше мегабайт, до гигабайта с небольшим. Это главный плюс симуляторов, поэтому и не нужно от них ждать многого, понимаете? Зато они простенькие, интересные, мне нравятся. Буду все имеющие симуляторы от этих трех фирм обязательно осматривать. Вот так-то. Ладно, всем пока.